там выходит. А вот и конец нашей передачи. Приветствуем вас на нашем канале. В одном из выпусков мы рассказывали на примере гидравлических тележек, как технологии модернизировали их в электрические. Такая же история произошла и со штабелерами. Давайте обсудим это на примере данной модели. Тор DYC – это полуэлектрический штабелер. Подъем грузов осуществляется при помощи электропривода, а перемещение по складу – вручную. Основная задача этого штабелера – быстрый подъем и спуск палет с грузами, а также штабелирование продукции. Может успешно применяться для разгрузки машин при отсутствии рампы. Главное преимущество полуэлектрических штабелеров – сочетание достаточно высокой производительности и доступной стоимости. Это идеальное решение для небольших и средних складов с высотой хранения более 1,5 метров. При таких условиях применение полностью ручного штабелера будет недостаточно эффективным и удобным. Линейка штабелеров Тор DYC представлена вариантами грузоподъемности 1, 1,5 и 2 тонны и высотой подъема от 1,6 до 3,5 метров. В наших съемках принимают участие модель DYC-1030 грузоподъемностью 1 тонна и максимальной высотой подъема 3 метра. Мачта этого штабелера выполнена из стального S-образного профиля. Гидравлический цилиндр и цепь обладают повышенным запасом прочности. Для безопасности оператора предусмотрен сетчатый экран. Вилы раздвижные и съемные. При необходимости вы легко сможете отрегулировать ширину подхвата или снять вилы для ремонта. Полиуретановые колеса закрыты стальной рамой, которая защищает их от повреждений в процессе маневрирования. Удобный ножной тормоз устанавливается простым нажатием ноги и надежно фиксирует штабелер на месте. Снимается он также легко. Приятный бонус – ручка с резиновым покрытием. Радиус разворота всего лишь 1,3 метра, практически такой же, как у стандартной гидравлической тележки. Это означает, что вы сможете работать даже в самых узких пролетах. На приборной панели расположены замок зажигания, датчик уровня заряда батареи и рычаг управления механизмом подъема вил. Все важные внутренние части штабелера закрыты защитным кожухом. Двигатель подъема мощностью 1,6 кВт обеспечивает высокую скорость подъема вил. К примеру, на высоту 2 метра вилы с грузом поднимаются за 15 секунд. В штабелер установлен гелевый аккумулятор емкостью 120 ампер-час. При активной эксплуатации одного заряда хватает на рабочую смену до 8 часов. Хотим обратить ваше внимание, что штабелер комплектуется внешним зарядным устройством. По отзывам наших покупателей, внешнее зарядное устройство надежнее и удобнее в эксплуатации. Пользоваться данным штабелером очень просто. Справится с этим любой сотрудник склада. Работа с полуэлектрическим штабелером значительно облегчает нагрузку на оператора во время подъема груза и позволяет ему сфокусироваться на безопасности и точности проведения работ. С каждым штабелером в комплекте прилагается полная техническая документация, в которой содержатся правила эксплуатации и рекомендации прохождения технического обслуживания. Все это влияет на безопасность использования и срок службы оборудования. Давайте представим, что на вашем складе работают штабелеры DYC. Это простые в использовании надежные помощники, которые позволят вам сократить время обработки грузов, снизить нагрузку на работников, увеличить высоту хранения и сделать работу склада более эффективной. Если вы еще не решились на электрический штабелер, то модель DYC будет, пожалуй, лучшим решением по соотношению цены и производительности. Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях под видео. Для модели DYC всегда в наличии все запчасти для проведения технического обслуживания. Актуальные цены и наличие смотрите на нашем сайте. Ссылки в описании.